Зелененькая уже. Ну, это сушится просто часть палатки. Сегодня 28 апреля, 34 день. О, время так летит, мне кажется, быстро. Остановились с красивым видом, который вон с той стороны, чтобы сделать второй завтрак. Первый был от Trail Magic. Мы буквально уже подходили. Если бы, не знаю, на 2 минуты позже бы пришли, и нам бы уже ничего не досталось. А мы пришли, и нам дали последние такие бутерброды с Макдоналдса, там, с яйцом, беконом и с хлебушком. Последнее было Пепси. Я люблю Пепси больше, чем колу. И последнюю бутылку на двоих разделили, и по последнему сникерсу тоже забрали. Вот, а люди, которые после нас пришли, им ничего уже не досталось. И сам уже мужчина тоже собирался уезжать. Вот. Так что мы сегодня прям счастливчики. Вот. И остановились, как всегда, на наш обычный завтрак. Сейчас мы еще решили добавлять, получается, вот этот шоколадный барашок и также этот сухое молоко. Типа мешаем немного вкуснее, жирнее, сытнее. Уже съели по сникерсу. И вот батончики опять энергетические с арахисовой пастой, бананом и темным шоколадом. Андрею такие понравились в прошлый раз. Вот. Сегодня по плану изначально было что-то 13,5 миль пройти, но посмотрим по силам, по времени, и, возможно, пройдем, может быть, еще там 2-3 мили плюсом. Остановимся на кемпграунде. Вот. Хорошо, тепло, вот. Такая погода просто самая лучшая, самая замечательная. У меня сейчас только что спросили в Инстаграме: Катя, ты хотя бы видами там природы наслаждаешься? В такую погоду, естественно, да. В такую погоду я готова идти и хайкать, и спать в палатке, и делать все что угодно, но не в дождь и не в холод. Думаю, никто эту часть не любит, никто не любит хайкать и в холод, и в дождь. И даже Андрей. Хотя, как я уже и говорила, что в субботу, в воскресенье вроде как собирается дождь. А вообще, по прогнозу, по тому, где я смотрю, что там вообще следующую неделю всю будет каждый день дождь. Не знаю, как мы будем это все проживать. И, возможно, Андрей говорит, будем останавливаться типа где-то в хостеле на все дни, когда будет идти дождь. Ну, посмотрим. Еще ни разу не заряжал за эти дни. Ну, я поняла. Сегодня 4-й день. У меня уже пауэрбэнк наполовине. Trail magic without anyone. How is it possible? Написано: идти, hikers, пожалуйста, помогите сами себе to goodies. Goodies? What does it mean? It's like tasty foods, like baked food. A lot of times it's like cake and cookies. Would you love to know your trail name and hometown? Okay. What's that? Здесь тетрадки мы попросили оставить свое имя. Trail name, то есть не настоящее. У нас его нет. И откуда мы? И что у нас здесь есть? Упс, упс, упс. Here's nothing. And here. Yeah. You were too slow. You won't share? Uh-uh.
You're a bad person. Isn't all this? There's half of this what was in there, and I'll give you half of this. They're different. There were really only three left. Okay. We got lucky. Okay, we are lucky. We were lucky in the morning. In the morning. Yeah. Did you hit the trail magic in the morning? Where the grapes were? Здесь на верхушке, наверное, будет плохо слышно. Сегодня опять поднимались, как всегда, много в горку. Но виды того стоят, я вам так скажу. Добрались до верхушки. И здесь решили устроить небольшой пикник, обед. Потому что заслужили. Прошли где-то половину пути, 8 миль. Завтрак был с красивыми видами, сейчас обед будет. Если еще и ужин, то день вообще удастся. Решили попробовать миндальную пасту вместо арахисовой. Мне нравится, вкусненько, необычно. Посмотрите на мой уставший вид. Просто уже никакущее. Ну да ладно. Я, короче, сегодня второй раз упала. Да, это было забавно. Мой локоть грязный и поцарапанный. И рука тоже еще специально не мыла, чтобы вам показать. Ободранная и грязная, все черная. Как это было? Как я упала. Как ты, лопушок? Я еще шла и думала о палках. Думаю, надо написать пост. Какие они, типа, классные, что помогают не упасть. Помогло тебе не упасть? Ну, зачастую они всегда помогают, потому что я постоянно обо что-нибудь запинаюсь, и я выставляю их вперед, и я на них облокачиваюсь, и они мне помогают не упасть. Но в этот раз что-то пошло не так. Что пошло не так? Я не знаю. Я очень сильно устала. Я уже ничего не хочу. У меня такое вот полотенчико. Я его уже намочила. Сейчас я его еще чуть-чуть больше надо намочить, расправить. И я хочу им покупаться, чтобы почувствовать хоть чуть-чуть себя. Там речка есть, ты покупайся. Ну, я не хочу прям в холодной воде. Ну, вот. А вот эта вода откуда? Ну, из той же речки. Я имею в виду, когда ты полотенчиком влажным протираешь тело, не так холодно, когда ты льешь на себя просто холодную воду. Уже проверяла. Ага. Да. В общем, да. Расположились. Сегодня побольше места, чем обычно. Чем последние 2-3 дня. Не так много палаток понатыканы. Друг рядом с другом. Холодает, но я стою в шортах и футболке. Сейчас покупаюсь быстренько и оденусь. Будет мне тепло и уютненько. И пойдем ужинать. Как всегда, вечером сушим наши вещички. Это два пакета надо будет подвешивать. Наша палатка. Идем кушать. Андрей уже там готовит, я переодевалась.
сегодняшнее наше место для ночлега. Hello, bon appétit. Hello. Опять картошка невкусная. Ну, а что делать? Больше не будем закупать.